Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ, Чита, Ясногорск, Агинск, Сочи. Сочи! Российские освободители. Они пришли с оружием, приехали на танках и прилетели на самолетах. Они говорили, что освободят Украину от нацистов, но по зверствам превзошли даже нацистскую Германию. Убивали всех людей. Это сволочи, это гады, паразиты. Они же не воюют с войсками, они воюют с людьми, понимаете, убивают всех. Это хуже фашистов. Они не щадят ни детей, ни женщин. Происходят, конечно, в селах страшные вещи, когда эти кадыровцы насилуют женщин наших украинских в наших селах и издеваются. Это просто жители местные рассказывают. Чеченская республика, как всегда, показывает очень высокий уровень класса. Да. И расстреливают колонны гражданских. Давай, 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 давай. Ляжьте на пол! На пол! На пол ляжьте! Они уверены, что эти преступления сойдут им с рук, что никто не узнает, кто именно стрелял в детей и кто конкретно сбрасывал бомбы на дома. Но все узнают. У таких преступлений нет срока давности, и поиски преступников не прекратятся никогда. Этот старик тоже думал, что судьба его никогда не догонит. Почти 70 лет он притворялся нормальным человеком, но правду скрыть не удалось. В 2013 году бывшего надзирателя концлагеря Освенцим, экс-ротенфюрера СС Ханса Липшеса, арестовали за соучастие в убийстве почти 10 тысяч человек. Я запомнил его на всю жизнь. Этого мужчину зовут Леон Шварцбаум. Он, как и Липшес, был в Освенциме, но по другую сторону колючей проволоки. Ему чудом удалось выжить, и его показания сыграли важную роль в расследовании. Суду удалось доказать, что Липшес служил в отряде, который распределял заключенных. Мужчин и женщин на работы, стариков, больных и детей в газовые камеры. В общей сложности по приказу отряда было уничтожено 9515 человек. Это можно простить, я его уже простил, но это ни в коем случае нельзя забывать. Суд тоже не забыл, но и не простил. Остаток своих дней надзиратель Освенцима проведет за решеткой. А вот еще одно решение суда, прогремевшее на весь мир более 60 лет назад. С 1939 года по 1945 год способствовал убийству миллионов евреев. Адольф Эйхман вступил в ряды СС задолго до войны. Дослужился до звания Оберштурмбанфюрер, то есть полковник, и к 1941 году возглавил отдел, отвечающий за еврейский вопрос. Это он руководил всей логистикой, от загрузки в вагоны до расстрелов в концлагерях. Перед тем, как этот вопрос будет рассмотрен, я хочу заявить, что за всю жизнь не убил ни одного человека. Несмотря на то, что он не жал на курок, суд признал его ответственным за депортацию и убийство почти 6 миллионов евреев. Почему его посадили в эту клетку? Чтобы защитить его, для защиты от людей, которые, несомненно, хотели его разорвать. А это еще одна история о том, что от судьбы не уйти. Эйхману после войны удалось представиться другим человеком, попасть в плен, позднее сбежать оттуда, подделать документы и выбраться за границу. Рикардо Климент, и он въехал в Аргентину в 1950 году под этим именем Рикардо Климент. Да, до ареста он даже успел стать начальником отдела продаж Mercedes-Benz. Но у успешного начальника был сын, который в Аргентине познакомился с девушкой, тоже немкой. И ее отец тоже бывал в концлагерях, но в качестве заключенного. Каким же было его удивление, когда возлюбленный дочери решил ему представиться при знакомстве. Получается, это имя Эйкман, Николас Эйкман, привлекло внимание отца этой девушки? Да. Когда он пришел к ней в гости, ее отец сразу понял, что, скорее всего, это сын Эйкмана. Тогдашний директор разведки Моссад лично выезжал для задержания Эйкмана. Его тайно вывезли в Израиль, где впоследствии и судили.
Да, у меня были контакты с нацистами, но у меня не было выбора, и я никого не убивал. Но по-настоящему выбора у него не было 1 июня 1962-го, когда с петлей на шее он стоял в камере смертников. После казни прах Эйхмана развеяли в море, что после такого изверга на земле не осталось и следа. А вот один из тех фашистов, кому после войны удалось умереть своей смертью, но все послевоенное время жить в страхе каждый день. Эриха Прибке считают участником массового расстрела в Адриатинских пещерах 24 марта 1944 года. Тогда было убито 335 гражданских итальянцев. Более 50 лет он прятался в Аргентине. Но в 1994-м о его темном прошлом стало известно, и Прибке экстрадировали в Италию. В годы войны изоляция гражданских, которые представляли опасность для режима, была целесообразной. Это, кстати, делали и русские. Поразительно, но в 21 веке он все еще оправдывал концлагеря. А вот что Прибке говорил про газовые камеры. Это до сих пор не доказано. Я лично видел лагеря и бывал в них. Я был в Маутхаузене 2 дня по приказу Гиммлера. Там были огромные кухни для заключенных, даже бордель для их потребностей. Это я видел, но не видел ни одной газовой камеры. Он умер в возрасте 100 лет в Риме, так и не дождавшись обвинительного приговора. Все они до последнего дня оправдывались, перекладывали вину на других и прикрывались высокими идеями. Ничего не напоминает? Россия сейчас устроила практически такой же геноцид украинцев, а после наверняка попытается уйти от ответственности. Но, как говорится, учите историю. У фашистов, независимо от того, как они называются и в каком тысячелетии зверствуют, всегда один бесславный конец.